Привет, ребят, вы на канале Охотник выходного дня. Сегодня будет очень интересное видео, поэтому не выключайтесь. Сегодня мы будем стрелять из гладкоствольного ружья МП-155 калиберными пулями с насадкой «Парадокс». Поспешил себе купить максимально возможной, разрешенной по закону длины, это, по-моему, 140 мм. Внутри есть нарезка на всем протяжении вот этой вот трубки. Она вкручивается на место дульного сужения, выступает за габариты ствола и должна, по идее, закручивать калиберную свинцовую пулю. Напомню, что стреляем мы в специально отведенном месте, в охотничьих угодьях, на специальной площадке для пристрелки оружия. Стрелять будем вот по этой мишени. Сейчас я нарисую здесь точку, в которую буду целиться. Ну вот, чтобы было понятно расстояние до мишени, до нее сейчас 50 шагов. Стрелять будем отсюда, с капота машины, из ружья МП-155 в исполнении «Русич». Ствол длиной 710 мм. Здесь вкручен цилиндр, если будет заметно. Итак, стреляю по купным патронам с пулей «Спутник». Три раза, чисто для сравнения. Как полетит пуля с цилиндра? Первый раз почему-то не перезарядила этот патрон. Даже странно. Что интересно, снова не перезарядила патрон. Ну все, три выстрела есть. Пусто. Пошли смотреть, как полетели эти пули. Вот так как-то легли эти пульки. Сейчас мы их подпишем. Ну вот, подписали. Спутник, цилиндр. А сейчас попробуем с парадокса выстрелить. Ну что, теперь стреляем три патрона с насадки парадокс. Уж не знаю, как будет перезаряжать мои самокрутные патроны. Ну, попробуем. Итак, стреляю с рук. Блин, отдача, мама, не горюй. Ну что, идем смотреть. Примерно такая же, кстати, кучность получилась. Смотрите, как интересно. Вот, сюда, сюда и сюда. То есть, в принципе, расстояние между сериями, если считать по самому близкому, ну вот, так вот, это спутник дал. Такое же расстояние примерно дал же и наш патрон с парадоксом. Хотя целился сюда, все уводят, в общем, левее. Но зато видно, что отверстия очень четкие, круглые. То есть пуля действительно вращается, когда летит. Приходит не в мишень не боком, а именно так, как нужно. Вот это важная фишка парадокса. Хотя, кучность, может быть, я просто так фигово снаряжаю патроны, что так получается. Ну,
Так, ребят, за кадром я отстрелял еще одну серию из трех патронов. К сожалению, не записалось. С тех же 50 метров. А получилось вот что. Те, которые помечены цифрой 1, это первая серия. А те, которые еще не помечены, вот. Раз, где у нас? Раз, два и три. Почти центр. Вот это новая серия. Ну и что могу сказать, как вывод? Парадокс не особо помог. То, что у меня летело с, в общем-то, с обычного цилиндра, круглые пули спутника, они, в принципе, дали примерно такую же кучность, как вот эти вот самоснаряженные пули с парадокса. Не знаю, в чем причина. Может быть, я просто так фигово снаряжаю патроны, но вот результат вот такой. Результат такой, и, в общем-то, нет причин запрещать парадокс. Вы видите, что парадокс не делает гладкоствольное ружье нарезным. Ну, может быть, с него, да, пули летят чуть лучше. Они действительно крутятся, вращаются вокруг своей оси в полете, потому что отверстия очень аккуратные. Очень аккуратные. Пуля входит действительно носиком в это отверстие. Не просто абы как, а именно вот аккуратненькое круглое отверстие. Но это единственный плюс парадокса. Что пуля входит не боком, а вот так. Не знаю. Надо попробовать еще раз как-то снарядить патроны, почитать, как их снаряжают. И потом отстрелять и показать вам. Вы были на канале «Охотник выходного дня». До новых встреч, ребята!